Производство лекарств в Казахстане сокращается, а импорт растет. Сенаторы бьют тревогу. Наша страна практически полностью зависит от иностранных поставок. Хотя в некоторых странах фармацевтическая отрасль является хорошим подспорьем для своих экономик и, так скажем, лечит весь мир. Что же с этой отраслью у нас? Как она живет? Мы решили узнать. Давайте посмотрим. Пандемия коронавируса показала, как важно иметь лекарства собственного производства. Чтобы не зависеть от зарубежных поставщиков и не ожидать своей очереди за заветной вакциной. 3 года назад президент страны в своем послании уже говорил, что рынок надо перекрыть препаратами Made in Kazakhstan наполовину. Сделать этого пока не удалось. Об этом Министерству здравоохранения напомнил председатель Сената Маулен Ашимбаев. На нашем рынке доля отечественных производителей на рынке лекарственных препаратов сегодня 10%. 10%. То есть до того, чтобы дойти хотя бы до 30, нам еще очень много нужно делать. И при этом мы видим тренд на уменьшение. Если бы тренд на увеличение был бы, тогда мы могли бы сказать, да, работа идет, какие-то результаты, наверное, будут. Представители Минздрава парировали, мол, в этом году закупили больше препаратов на лечение орфанных, то есть очень редких заболеваний. Поэтому выросла статистика по импорту. Обещают, что появятся новые предприятия. Ряд отечественных производителей, большие заводы по производству шприцов, лонко, противовоспалительные, там, капсулы. То есть в этом году мы ожидаем порядка 7 производств новых, которые откроются. Где они появятся, председатель комитета не уточнил. Сами производители не скрывают. Создать фармацевтический бизнес не так-то и легко. Есть процедурные моменты. На одном из крупных фармацевтических заводов Казахстана, он входит в международную группу, выпускают более 240 наименований. Генеральный директор говорит, что могли бы и больше. Мы все время плотно работаем с партнерами, с госорганами, чтобы производить как можно больше препаратов. Например, в таких направлениях, как онкология, гормоны, чтобы обеспечить полностью лекарственную безопасность пациентов Казахстана. Но возникают новые вызовы. Нужно искать новые технологии. Это требует новых вложений, в том числе и от государства. Этот завод в Шымкенте работает уже 142 года. Все начиналось с переработки полыни цитварной. Из нее делали противогельминтный препарат. С тех пор ассортимент, конечно, расширили. 8 лет назад стали выпускать порошки антибиотиков. На предприятии есть собственный научно-исследовательский центр, лаборатория отдела контроля качества. We need to create volumes. Для обеспечения инвестиций важны объемы. Казахстан очень большая страна, но здесь все равно всего 20 миллионов населения. И этого недостаточно, чтобы далее наращивать объемы производства. Развивать экспорт получится только при соответствии стандартам GMP Европейского Союза. Самый важный вызов – это регулирование. Иногда мы сталкиваемся со сложностями в ценовом регулировании. Еще какие-то изменения в процессах. Для потенциальных инвесторов, например, из США, важно, когда в стране есть постоянная устойчивость, регуляторная система. Но вернемся к пленарному заседанию. Сенаторы говорили не только о необходимости наполнения внутреннего рынка. В идеале на казахстанских лекарствах можно было бы зарабатывать за рубежом. Располагает ли Казахстан вот на сегодняшний день потенциалом для осуществления производства с последующим экспортом? У нас есть 190 производителей лекарственных средств и медицинских изделий. Это, если в цифрах, то лекарственные изделия производят порядка 45 производителей. И какие планы у отечественных производителей, непонятно. Депутаты выяснили, что по международным стандартам, рекомендованным Всемирной организацией здравоохранения, работает только часть предприятий. У нас производство основных фармацевтических продуктов и препаратов в прошлом году сократилось на 10% по сравнению с 2022 годом. При этом экспорт лекарственных препаратов, произведенных у нас, в прошлом году сократился на 28,5%, почти на 30%. Импорт при этом лекарственных препаратов вырос на 3,5% в прошлом году. То есть мы видим тренд не в сторону увеличения, а наоборот в сторону уменьшения производства отечественной фармацевтической продукции. Перестроил свою работу и Жамбылский биофармацевтический завод, который во время коронавируса выпускал вакцину. Каково состояние завода в настоящее время? Имеет ли он возможность полного цикла производства вакцины? Имеет ли сейчас завод возможность производить другие виды вакцины?
и существует ли сегодня на мировом рынке спрос на продукцию этого завода? Сегодня завод в основном выпускает препараты для Министерства сельского хозяйства. В принципе, в этом году есть у завода заказ на производство порядка 10-12 миллионов доз вакцин. Это вакцины для животных. Вакцины нодулярный дерматит, грипп птиц. В Сенате выслушали объяснения менеджеров здравоохранения и вынесли свой вердикт. Нужна четкая стратегия развития фармацевтики, чтобы уровень отечественных лекарств на рынке вырос для начала хотя бы до 30%.